Были определены места, три места, это две, станица Анапская и место хутор Уташ. С сегодняшнего дня муниципальное бюджетное учреждение Ремстрой начало работы по монтированию элементов детских площадок. Вот, например, за сегодня день, хотя погодные условия довольно-таки неблагоприятные, установлены два элемента. Это пружинная качалка и карусель. При нормальных погодных условиях планируем на установку каждой детской площадки затратить 3 рабочих дня. То есть в течение 10 дней площадки будут, соответственно, введены в эксплуатацию.